Ежегодный турнир на трофее сочинской чемпионки собирает сотни теннисистов со всей страны. Он считается вторым по значимости в российском теннисном туре и позволяет увеличить рейтинг. Заработать дополнительные 150 очков вновь намерена Оля Лесникова. 13-летняя спортсменка из Краснодара в прошлом году стала обладательницей высшей награды в миксе и взяла бронзу в одиночном выступлении. Большинство соперников мне уже известны. Ну, я надеюсь хорошо сыграть. Первое, второе место. Буду делать все возможное для этого. Настрой на победу Оля показала с первых минут гейма. Ей удалось опередить первую соперницу сразу на 3 очка. Впрочем, не только за наградами приезжают на этот турнир юные теннисисты. Каждый год у них есть возможность пообщаться с одной из ведущих ракеток мира. Мы ожидаем приезда Елены Весниной в конце недели, и, соответственно, запланирован мастер-класс с ее участием. В субботу в 2 часа дня приглашаются все желающие. Это очень интересное мероприятие. Елена Веснина старается уделить внимание каждому участнику ее турнира. И ни один спортсмен не остается без приятного подарка. Ну а турнирные встречи на кортах Адлер-арены завершатся 6 декабря. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.